Короче, погода адская. Решил я прокатиться до Крымского моста, посмотреть, хоть как он выглядит. Погнали туда. Thank you.
кончик, там пасеки, его к КамАЗу прицепляют, там поля вывозят, и пчелы там собирают мед. Вот. КамАЗ и вот с прицепом, и это все пасеки. Вот они их там куда-то вывозят, пчелы собирают мед.
все. Проехали мы по Крымскому мосту, легендарному. По времени ровно составило, сейчас скажу, 15 минут. Ровно 15 минут. Немножко. Это виноград уже сегодня? Можно горсточку виноградика небольшую? Маленькую. А я что такое? Это махлёра. А? Махлёра. Сладко? А чё, а нафиг она? Для лечения. А, для лечения. От чего? Суставы лечат. Нифига себе. Как называется? Маклюра? Маклюра. Нифига себе. Чё, серьёзно лечат? Да, ряд лечат. Это сколько, на сколько? На 60 рублей. Ага. Яблочко одно. Чё, кислые, да? Кисло-сладкие. Давай, одно. Одно. Я вот погрызу просто в дороге, ехать ещё 100 километров. Персик еще можно один персик? Они, наверное, это твердоватые, да? Сладкий? Или нет? А что, вот те поменьше, эти побольше? Это два разных сорта. Да? Какой лучше? Вот этот хороший. Да? Так, давай персик еще. А мед что откуда? А? Херня, да? Честно. Может, сироп. 100% сироп, да? Он привозит, посмотри. Я понял. Так, сколько с меня? 100. С этот... Сполоснуть-то можно? Вот кран, что освободить. Так, это вот что там должны? 1000. Спасибо, друг. Спасибо. Арбуз это откуда? Местные. Какой у меня будет фруктовый перекусик по дороге. Начнем с кислого яблочка. И продолжим по пути чем-нибудь послаще. Вкусно. Кисло-сладкое. Не обманул. Персику, короче, вообще обалденный, сладенький, вкусный.